Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжествах на традиционном празднике чести школы. Церемонию награждения одаренных и талантливых детей объявляем открытой. Мы сегодня будем чествовать самых талантливых, умных, сильных, ловких, активных. Всех тех, кто приносит школе добрую славу и делает жизнь школы интереснее. Сегодня здесь, в нашем зале, лучшие из лучших. Здесь те, кто славится учебными достижениями. Те, кто углубляется в тайны наук и исследований. Здесь те, кто, не жалея себя на беговых дорожках и игровых площадках, завоевывает призы и медали. Те, кто дает свой талант, свое творчество, свое искусство благодарным зрителям. И все эти люди сегодня здесь. Вы, ребята, честь и гордость нашей школы. Все вы еще пока дети, но пройдет время, и каждый из нас станет гордостью нашего города, района, республики, всей России. В нашей первой номинации награждаются те ребята, которым дни и годы учения совсем не в тягость. И неважно, сколько лет они уже грызут гранит науки. Главное, они добились в этом деле прекрасных результатов. Эти ребята учатся на одни пятерки. Они достойны самых громких похвал и нескончаемых аплодисментов. Для награждения отличников на сцену приглашаем директора школы Дмитрия Владимировича Ильева. Уважаемые коллеги, уважаемые наши учащиеся, поздравляю уже, в принципе, за заключительными днями нашего учебного года. Поздравляю вас, что вы такие замечательные, прекрасные, красивые, достойные наград нашей школы, и не только школы, но и нашего города. Оставайтесь такими же целеустремленными, сильными, смелыми, ловкими, улыбайтесь. Любите папу с мамой, бабушку с дедушкой, всех своих родственников, братьев, сестер, друг друга, наших учителей и нашу любимую школу, Республику Башкортостан и Российскую Федерацию. Ну и самые круглые наши отличники. Молодцы! Не останавливайтесь на достигнутом. У вас еще впереди много-много классов. И надеемся, что спустя много лет на этой сцене мы будем вручать вам документ об образовании, который называется аттестат. Вроде как очень еще долго до этого момента, однако не успеем оглянуться ни мы, ни вы, а аттестаты будем вручать. И надеюсь, что на этой сцене аттестатов с отличием будет много, когда вы будете заканчивать нашу школу. Ну а теперь к награждению. Для награждения на сцену приглашаются за отличные успехи в учении Юсупова Кира, 2 В-класс. Азалина, 2 В-класс. Орлова Виктория, 3 А-класс. Абдурахманов Даниэль, 3 Б-класс. Верески Вячеслав, 3 Б-класс. Цыпудинова Екатерина, 3 Б-класс. Юдина Анна, 3 Б-класс. Thank you.
Никифоров Михаил, 3-й Б класс. Рыжевкова Кира, 3-й Б класс. Иванов Данил, 4-й А класс. Могилова Рамиля, 4-й А класс. Филиппов Иван, 4-й А класс. Андреева Аделя, 4-й Б класс. Даутов Айбулат, 4-й Б класс. Назыров Эрик, 4-й Б класс. Макарова Валерия, 4-й Б класс. Усманов Тимур, 4-й Б класс. Мы рады приветствовать тех, чьи имена известны не только в нашей школе, но и за ее пределами. Тех, кто одержал не одну победу на олимпиадах разного уровня. Они достойны самых громких похвал и нескончаемых аплодисментов. Олимпиада – состязание очень важное, всегда полезное для школьника отважного. Кто в ней участвовал хоть раз, тот в этой жизни станет ас. Наша следующая номинация – «Через тернии к звездам». Победители городских, республиканских олимпиад. Для поздравления призеров на сцену приглашаем заместителя директора Ирину Анатольевну Шурбила. Дорогие ребята, поздравляем вас с отличными результатами и отличной победой, да, которые вы шли, старались, добивались, потому что вы знаете все, что победа просто так не дается, ее нужно заслужить. И вы к ней пришли, молодцы, ребята. Но желаю вам, конечно же, не останавливаться на достигнутом, а покорять новые и новые вершины. Приступаем к награждению. На сцену приглашаются призеры городского этапа республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету полиолимпиада. Ягудина Ливия, 1-й В-класс. Кириллов Тагир, 1-й А класс. Призер городского этапа республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету русский язык. Усманов Тимур, 4-й В класс. Городского этапа республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету математика. Егоров Максим, 4-й А класс. Даутов Айбулат, 4-й Б класс. Городского этапа республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету литература. Иванов Даниил, 4-й А класс. Призеры городского этапа республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету окружающий мир. Антонов Дмитрий. Миронова Елизавета, 3-й Б-класс.
этапа Республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету башкирский язык. Мурадшин Энергаз, 4 А-класс. Призеры городского этапа Республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина по предмету физическая культура. Гопнут Елизавета, 1 А-класс. Горбунов Глеб, 1 Б-класс. Файзулин Демьян, 2 Б-класс. Манглис Иван, 2 А-класс. Новикова Александра, 2 В-класс. Данилова Виолетта, 2 В-класс. Лагильдина Алсу, 3 А-класс. Спиридонов Кирилл, 4 А-класс. Демьянов Даниил, 4 В-класс. Призеры республиканского этапа школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина. Галимов Богдан, 3 Б-класс. Мулагильдина Айгиза, 4 А-класс. Мы приветствуем педагогов, чей труд и профессионализм не позволяет нашей школе стоять на месте, а только двигаться вперед. Для поздравления педагогов, подготовивших призеров Олимпиады на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина, приглашаем на сцену директора школы Дмитрия Владимировича Ильева. Уважаемые коллеги, уважаемые наши педагоги, уважаемые наши учащиеся, я очень рад, что вы рады полученным подаркам и грамотам. Однако я на 100% уверен, что вы не получили бы ни одной грамоты и подарка сегодня в нашей школе, если бы не ваши учителя, которые вас учат, которые вас любят, которые приводят вас к достижению, вашим достижениям приводят. Вы должны быть благодарны своим учителям за ваши достижения. Поэтому награждаем достойнейших учителей нашей школы, которые привели в этом учебном году, завершающем учебном году, вас к вашим результатам. Это успех вас, учащиеся, и главное, это успех учителя. Поздравляем вас с этим, коллеги. Крепкого здоровья и удачи, успехов вам, вашим семьям. Подготовку призера муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина награждаются Суиринбитова Гузелия Ахметгалиевна. Савченко Елена Константиновна. Новомович Галина Борисовна. Лазарева Татьяна Гурьяновна.
Антонина Николаевна. Калимулина Айгуль Загировна. Мухаметова Юлия Ивановна. За высокий уровень экспертизы работ участников Республиканской олимпиады школьников на кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина в составе жюри школьного этапа награждаются Сыдгареева Ильвина Ильдаровна. Альбина Погимовна. Ирина Марина Петровна. Денисова Полина Викторовна. Широва Гузельфа Израхмановна. Алабердина Айгуль Камиловна. Николаева Ольга Ивановна. Уважаемые учащиеся, к вам учителя получат прибавку к зарплате или уже ее получили в виде стимулирующих выплат и премии. Талантливые дети надежды подают, участвуют в конкурсах, танцуют и поют. И нет для них преград на творческом пути. Ведь школа – это старт, а жизнь вся впереди. На сцену приглашаем хореографический ансамбль «Веселинка».
спасибо нашим прекрасным танцорам. А мы продолжаем церемонию награждения. Как здорово, что в нашей школе есть талантливые ребята, которые своим творчеством делают школьную жизнь ярче и интереснее. Пришла пора наградить их за активное участие в творческой жизни школы и города. Церемонию награждения продолжает следующая номинация «Творчество без границ». Это победители творческих конкурсов. Для поздравления призеров и победителей городских творческих конкурсов приглашаем на сцену заместителя директора Светлану Салаватовну Зайнуллину. Дорогие ребята, поздравляю вас с вашими заслуженными наградами, с вашими успехами, достижениями. Желаю их только приумножать, защищать честь нашей школы, славить нашу школу на весь город. И всего вам самого наилучшего. Успехов вам и вашим педагогам. Для награждения на сцену приглашается победитель городского конкурса детского рисунка «Сохраним красоту родного края» Юдина Анастасия, первый В-класс. Городского конкурса в рамках международного месячника школьных библиотек Полушова Юлия, второй А-класс. За победу в номинации «За артистизм» в городском конкурсе детского творчества «Актерме» награждается ансамбль «Аскон» Аганаева Элина, Каранаева Азалия, Курюков Оскар. Онлайн-конкурса чтецов Туган Илем Иркен Юлен Абдулина Алия, второй В-класс. Призер городского конкурса детского рисунка и плаката, посвященный городскому турниру по баскетболу, Рузанова Ариана, третий В-класс. Городского конкурса рисунков и творческих работ, а у нас Новый год, сказка в гости всех зовет. Корюков Оскар и Шагапов Марат, первый В-класс. Призер зонального детского конкурса «Время героев» Саргаева Мария, второй В-класс. Победители городского конкурса «Неделя детской книги» Шурпила Варвара, 4 А-класс. Усманова Эвелина, 3 класс. Гридасова Василиса, 2 класс. Призер городского юных поэтов, рыцарь Золотого пера 2023, Малышева Маргарита, 3 А-класс. На сцену приглашаем вокальный ансамбль с песней «Радуйся». Покровом тьмы.
верили, что счастье больше не придет. Слушай, семья, сердце стучит, сердце поет. Радуйся, радуйся свету, радуйся вольному ветру, радуйся, судьба тебя воскает вновь. Радуйся звездному небу, радуйся теплому небу, радуйся, тебе стучится в дом любовь. Помнится полдень, раннее утро, шальную юность не легко забыть. Но обещает древняя мудрость, не впи придется вечно юной быть. Манит дорога прочь от начала, года промчались, им давно уже расчет. Слушай себя, сердце стучит, сердце поет. Герой спорта, награждаются ребята, имеющие достижения спортивных соревнований в мероприятиях различных уровней. Спорт учит достойно проигрывать. Спорт учит самому главному – упорству и жизненной стойкости. А для награждения лучшего спортсмена школы приглашаем на сцену учителя физической культуры Марину Сергеевну Басову. Нашего, так сказать, пока единственного призера городских и республиканских соревнований. И я думаю, что к ним подключится еще и много других ребят на следующий год. На сцену приглашаем призера городского соревнования среди юношей 2008 года рождения и младше в четырехборье «Шиповка юных» Гундерин Егор, 8 А-класс. Прозвучали имена ребят, которые приносят славу школе. Открыть вклад учителей и наставников. А что дальше? А дальше приятный сюрприз. На сцену приглашаем Дмитрия Владимировича Ильева. Спасибо.
сюрприз какой. Всем нашим победителям и призерам, награжденным сегодня, школа дарит вот такой сертификат на двухдневную поездку в город Уфа. Дружно со своими учителями вы поедете в Уфу на экскурсию. Все, кто был награжден, кто поедет, сюда на сцену. Что ж, награды нашли герои, прозвучали имена ребят, которые приносят славу школе. Отмечен вклад учителей и наставников. А что дальше? А дальше учеба, работа, новые олимпиады и конкурсы, а значит, новые победы. И мы надеемся, что с каждым годом школа номер 2 будет становиться лучше. Не надо нам бояться состязаний, пусть в школе жить проходит веселей. Дальнейших вам успехов и дерзаний, и пусть по жизни будет все окей. И в следующем году опять сойдутся, переплетутся в поисках пути. Уверены, что среди нас найдутся пророки знаний с пламенем в груди. Вот и подошла к концу наша встреча. Весенний праздник в честь школы. Мы прощаемся с вами. Желаем новых побед. До новых встреч!